расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Данное имя имеет в удовлетворительной мере отсутствие ясно намеченной цели. В основном владельцы этого имени имеют ярко выраженное кокетство и легкомыслие. Значение буквы О сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Основная буква А в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Представители этого имени любят жизнь и хотят наслаждаться ею. Они мечтают о богатстве и роскоши, желая избавиться от любых забот и печалей. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Представители этого имени обладают врожденным чувством справедливости, предъявляя жесткие требования не только к другим, но и к себе. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.